Приветствую вас. Во-первых, сразу хочется сказать. Агрессия – это реакция на нарушение ваших личных границ. Агрессия есть реакционное поведение, связанное с тем, что вам, по вашему же мнению, что-то угрожает. Ну, что-то или кто-то угрожает. Соответственно, агрессия – это, по сути, предпоследняя стадия эмоциональной защиты от нарушения личных границ. Следующая стадия – это ненависть. Ну, там она более сложная, конечно, по своей составляющей, но тем не менее. Вот. Агрессия. Есть следствие нарушения ваших личных границ. То есть вы себя защищаете. Нужно понять, от чего вы себя защищаете и почему вам вообще нужно себя защищать. Это первое. Второе. Если есть агрессия, вот вы пишете, что мне тяжело сдерживать агрессию, то если, значит, если есть агрессия, значит есть вместе с ней есть и злость, которая идет как бы перед агрессией, которая идет как бы перед ней, которая идет как бы первым шагом. Но за злостью, перед злостью, есть еще одна ступень. Это раздражение. Я бы очень хотел, чтобы вы вспомнили, когда вы чувствовали раздражение. И чувствовали ли вы его, раздражение. По какой причине в тот момент, когда вы его ощущали, раздражение, вы не выражали его? После этого была злость, которую вы тоже не выражали, несмотря на, так сказать, то, что она была. И только агрессию вам уже откровенно тяжело сдерживать. Я вам скажу на это следующее, что сдерживать агрессию не нужно, это очень вредно для вас, ее нужно выпускать, ее нужно выражать, ну, желательно это делать без вреда для себя и для других, а то у вас уже аутоагрессия, вон, вы говорите, что хотите причинять себе вред. Кстати говоря, здесь очень важно было бы выяснить очередности, да, то есть у вас аутоагрессия появилась перед тем, как вы себя, ну, как вы начали замечать в себе, собственно, агрессию, вот. Или все-таки сперва появилась агрессия, а потом аутоагрессия, как уже, ну, например, как результат, допустим, обвинения себя, как результат, ну, того, что вы себя вините в чем-либо, да, вот. То есть это очень важная история, на это тоже нужно обратить внимание, безусловно, вам. Вот. Это, значит, то, что касается данного момента. Ну, данного момента, данной ситуации. Следующее. Вы пишете, значит, я ужасно нервная и завожусь от любой мелочи. Это означает, что вы тревожны в том числе, что
как бы у вас очень много вещей задевает, то есть вы, по сути, как оголенный нерв, да? Вот, это означает, что вы все воспринимаете на свой счет, это означает, что вас все раздражает, это значит, что вы нигде не чувствуете себя в безопасности. Я думаю, что первоочередная задача ваша, это создание с психологом такой атмосферы, такого проблемы, в котором вы бы чувствовали себя максимально безопасно, где вы могли бы расслабиться, где вы могли бы просто отдохнуть и уже начать как бы работать над работой. Сейчас я не думаю, что вы как бы расположены к психотерапии именно в силу того, что у вас куча эмоций, они не выражаются. Вы их выражаете с трудом, потом себя вините, возможно, это является причиной аутоагрессии, и в итоге это получается как замкнутый круг. Вот. Также я чувствую отвращение к людям. Это ужасно усугубляет эту ситуацию. Соответственно, отвращение к людям – это проецирование, перенос на них того, что вы, по-видимому, думаете о себе. Это первое. И второе – это то, что, ну, нет ничего удивительного, если вы не чувствуете себя в безопасности, то каждый человек видится вами как угроза для себя, то есть это абсолютно нормальная история. Дальше, у меня нет другого мира у себя в голове, приходится жить настоящим, а чем вас настоящий мир не устраивает? Это первое. Второе, что вы подразумеваете под другим миром, вы имеете в виду духовный мир, а у вас он есть, просто вы его не чувствуете. Не чувствуете своих эмоций. Но этому можно вас научить. Вы же думаете, у вас есть мысли? Мысли есть тот самый другой мир, ну, если я правильно понимаю, о чем вы говорите. А дома ужасные ссоры с родными. Здесь нужно ответственность брать именно свою за ссоры, то есть именно вы, почему именно вы ссоритесь, да, какой вы вклад вносите в ссору, в конфликт. Это первое. И второе, ну, возможно, что вам имеет смысл рассмотреть возможность сепарирования от родных, да, и проживания отдельным. Доходит до принесения себе вычет. Ну, это аутоагрессия, то есть вы себя за что-то наказываете, вы считаете, что вправе себя наказывать. С этим тоже нужно работать. Помогите, мне очень трудно совладать с собой. Олеся, скажите, пожалуйста, какую вы видите помощь вам, как вы видите помощь вам, потому что я, если честно, не очень понимаю, как можно вам помочь в вашей ситуации каким-либо ответом, да, письменным, аудио, вот на такой маленький текст, то есть, ну, относительно большой, какой вы видите помощь, Олеся, какой вы видите помощь, вот, это... То, что вам нужно для себя определить. Вот. Значит, может быть, вам имеет смысл обратиться к врачу, чтобы он провел вам медицинское обследование на предмет повышенного нервного напряжения. Вы немножко подуспокойтесь с помощью препаратов, и можно будет проводить с вами психотерапию. Может быть, вы обратитесь в психоневрологический центр, где вам бесплатно помогут. Может быть, вы выберете себе психолога здесь на ресурсе и начнете с ним регулярно, систематически беседовать, потому что нужно вот все ваши чувства нужно рассмотреть, разобрать, вам их нужно, знаете как, вытащить, повертеть в руках, посмотреть и обратно как бы в себя вложить. Вот, то есть, ну, вот так вот мне видится, но это опять же вам решать, в каком русле будут устраиваться ваши отношения со специалистом. На этом все, выбор за вами, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.